Очередной этап строительства газопровода в микрорайоне Михайловка закончился в июле текущего года. За 12 месяцев было проложено около 2,5 километров газовых сетей. На это ушло более 2 миллионов рублей бюджетных денег. Голубого топлива жители нескольких улиц ждали долго. Однако на сегодняшний день далеко не все готовы подвести газ к своим домам. И дело здесь не только в отсутствии финансов. На сегодняшний день, по нашей информации, монтаж газопровода в газовое оборудование ведется в 25 домах. Там работают 3 подрядные организации по этому направлению. То есть как бы выбор есть такой, очереди нет, будем говорить. Вот, ну, вот две цифры, которые я озвучил, 95 домов всего возможно газифицировать, и 34 только получили технические условия. То есть реально занимаются 34 дома на сегодняшний день. Сегодня охват газификации возможен не во всех домах. Около 30 домовладений зарегистрированы в соответствующих органах, и им разрешается выдача технических условий на газификацию. Жители остальных домов пока не спешат регистрировать свое жилье и не могут получить разрешение на проведение газа в дом. Газификации микрорайона Михайловка предшествовало такие события, как это собрание, просьба жителей в собраниях провести газ, значит, это обращение в адрес президента республики Хамитова, значит, люди, когда вот на стадии подготовки газификации были очень активными и как бы требовали газификации. Но когда газ пришел, активность людей упала. Представители газовой службы провели работы по подключению на улицах Михайловская, Весенних Зорь и в Южной. Остается лишь найти конечного потребителя и подать газ. Отдел по работе с территориями продолжает диалог с жителями Михайловки. И если деньги, выделенные из городского бюджета, в ближайшее время не будут освоены, то дополнительные средства могут пойти на газификацию другого района городского округа, туда, где они действительно будут нужны. Ксения Зайцева, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».